День добрый, друзья, я Дов. Сегодня будем менять гнездо зарядки на Galaxy S+. Вот оно у нас выломанное. Ставим новое. Снимаем крышку. Болты. Снимаем батарею, заднюю панель. Аккуратно не царапаем. Сильно пыльная. Снимаем камеру. Экран отстегиваем. Кнопку включения аккуратно снимаем. Разъем гнезда наушников отстегиваем. Шлейф. Антенна. Снимаем громкоговоритель. Вот оно наше гнездо. Включаем фен. Я ставлю около 350 градусов. Греть можно сверху. Можно снизу, кому удобнее. Нагрели, добавили флюс. Снимаем.
залудим рабочие поверхности. Можно добавить припой. Новое гнездо. Я ставлю вот таким вот образом. Просто, быстро и надежно. Все. Гнездо стоит. Припаяем на всякий случай еще сверху. С другой стороны. И непосредственно сами направляющие гнезда. Используйте для удобства жало паяльника как можно тоньше. Можно проверить. Ставим обратно громкоговоритель и собираем телефон. Плату, шлейф, экран, кнопка включения. Гнездо наушников, задняя, передняя камера, кабель строго на свое место, чтобы он не торчал, иначе задняя панель не закроется. Кнопка включения. Собираем заднюю панель. Ставим батарейку. Проверяем.
все работает, телефон заряжается. Собираем телефон. Всем спасибо за внимание. Я Андов. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.